Обманул 10 пожилых жителей Кургана, Кирова и Сыктывкара почти на 4 миллиона рублей. 24-летнего жителя Челябинска обвиняют в мошенничестве по схеме «Родственник в беде». По информации ОМВД по региону, молодой человек действовал в составе организованной группы. Он приезжал к пенсионерам домой и забирал у них деньги. А до этого пожилым людям звонили, говорили, что их родственники попали в беду. Чтобы решить проблемы, нужно заплатить. Полученные деньги молодой человек переводил на счета организаторов, оставляя себе 3% в качестве вознаграждения. Расследование окончено, уголовное дело с обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд города Кирова. В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа организованной группы осуществляли звонки жителям города Кирова, города Кургана и города Сыктывкара на стационарные телефоны и представляясь родственниками, попавшими в дорожно-транспортное происшествие, сообщали о якобы произошедшей беде и необходимости перечисления денежных средств.